Шейх, вопрос дружбы в исламе один из краеугольных камней для того, чтобы человек мог взглянуть на себя со стороны и понять, какой у него на самом деле иман. Человек спрашивает, он говорит, мой брат утверждает, что он на акиде саляфов, что у него правильные убеждения. Но вместе с этим он дружит с нововведенцами, может быть где-то с представителями каких-то суфистских тарикатов, с сотрудниками правоохранительных органов так называемых. Я ему говорю, что нельзя это делать, нельзя дружить с этими людьми. Ну, человек, вот, как из своих знаний исходя, говорит, не дружи с ними. Он меня слушает, да-да-да, кивает и все равно продолжает дружить. Вот что мне делать с ним? Бисмиллах, альхамду вассалату аля Бедатчиками дружит или нет, это смотрится на пользу и вред. Если ты с ним дружишь и объясняешь, чтобы они это беда оставили, куфры оставили, ширка оставили, я объясняю с ним, можно с ним сидеть, разговаривать, объяснять религиям этим людям, чтобы их привести в ислам. Это да, хороший дов. Это смотрится на маслаха и мавсада. А с муртадами, которые, например, работают в правоохранительных органах, охраняя законы таута, тем более в наших местностях, воюю против тех людей, которые хотят, чтобы на стране была шариат с такими дружить, я не знаю, если у него человеческий иман есть, как можно с такими людьми дружить? Может быть, с ним отношения иметь для каких-то дуньевистских пользы. А дружить, его брат, считать друг другом с такими людьми, которые воюют против мусульман, которые защищают закон Таута, если как он описывает его, мой брат Салаф. и как относились с врагами Аллаха, мы знаем. Но ни та, ни другое не выводит из ислама. Например, дружит, например, даже с бирачиками, или дружит э, с муртадами, э, с правоохранительными органами для своего масла, а масла, он дружит с ним. Да, он, это грех. Большой грех, может быть. Но это действие не вводит человека из ислама. Из этого, если у него брат он продолжает будет ему насеха делать и считать его мусульманином. Кроме как, если он помогает этим таутам против мусульман, донесет до них, где братья находятся, где какой-то салафит находится, где то какой-то муджай находится, это другой уже хокум. А так просто, или за то, что его одноклассник он был, или однокурсник был, или какой-то сосед был, Однозарец. да, и с ним отношения сейчас у него в то дуне им пользы есть, а Отношения можно делать, а дружить это вообще друж... слово дружба, это крепкие отношения, которые заключают там и любить того человека. А могу я с кафиром делать отношения, торговлю вести, какие-то бизнесские отношения делать? Это мне не запрещает ислам. Хорошо относиться, но отношения другое, дружба другое, в Аллаху Алям.